Рыськина вам звонит. Скажите, а у вас случайно нет никакой работы? Даже эпизодик, я согласна, да. Нет, да? Понятно. Спасибо, до свидания. Вычеркиваем. Алло, здравствуйте, это актриса Марыськина. Скажите, а у вас случайно нет никакой работы? У меня очень много свободного времени, я могу приехать прямо сейчас. Ничего нет, да? Спасибо. Но вы меня имеете? Вычеркиваем. Алло, здравствуйте, это актриса Марыськина. Иди нахер, актриса Марыськина, ты звонишь сюда по 100 раз за один день. Три раза я им уже позвонила. И что? Совсем никому не нужна? Золотосафитная, традиционная, классическая, все я, сыновидящая, сниму и испорчу плохой спектакль, 300 рублей. За говно плохого режиссера, а это уже тыщенка. Наворот надонного партнера, 500 рублей. Приворотный ролик со словами, 600 рублей. Вывожу из плана навязчивого, надоевшего, 500 рублей. Защита от второго состава завистливого, 700 рублей. Ну и акция за город на роль главную и в подарок чужого мужа гулящего. Баба Надя, это я! Марыськина! Опять забыл тебя, небось! Ну да. Баб Надь, посмотри, что ты у меня насчет работы. Поедет в отпуск. О, ее место! Марыськина! Алло, баба Надя, алло! Алло. Алло. Привет, как дела? Слушай, ну давай это по делу, или мне просто репетировать надо, я на репетиции сейчас, да. А что репетируешь? Много чем репетировать, понимаешь, что неделя, то главная роль. Я говорю, ребят, дайте мне там шары покатать, я не знаю, там, потанцевать, вот как на заднем плане, спеть там что-нибудь чуть-чуть, да? Они все не главное, вот, и главное. Вот. Так что вот опять сейчас новый проектик репетирую. Какую роль? Маю. Какую Маю? Жизнь Майи Плесецкой. Ты Плесецкая? Да. Слушай, ну а кто, если не я? А? Где ты найдешь такую грацию и такую, извини меня, легкость в полете? А когда премьера? Слушай, премьера, ну она не скоро. Ну, понимаешь, это когда балет натренировать. Ну, конечно, под танцовку все, елки-палки. Сейчас наберу же горбатых, сутулых, толстых. А ты что хотел, ты поделай? Ну, у меня... Подожди. Да-да-да, Дмитрий Геннадьевич, иду. Все, давай, и пожалуйста, если я не беру трубку, я на репетиции, не названиваю, хорошо? Все, давай. Ага, пока. Зачем я это все сказала? Плесецкая. Тарадам, там-там, тарадарадам, там-там, тарадарадам, там-там, тарадарадам. Подъем! Там-там, подъем! Почему не я? О, алло, привет! Алло, Марыськина? Слушай, как у тебя дела? Я на съемках. Обед у нас сейчас. На съемках? Иду, сейчас поем и иду. Усы забыл подклеить. Не поверишь, очень вкусно готовят. Даже икра есть. Здорово.
Она играет одного майор-милиции. Там меня ловят бандиты, убивают, режут ножом, 14 ножевых по всему телу. Трагическая смерть. В общем, здорово, есть что поиграть. Потом еду в Москву, там ночная смена одна. Здорово. Вот, потом сразу после этого в Минск, играю одного подонка, меня ловят бандиты, начинают пытать, я раскаиваюсь, плачу, в результате всех сдаю. Потом сразу, собственно, в Питер. Я сплю уже по 3 часа, не понимаю, кого играю, сплошной текст перед глазами, учу. Устал. Да все, поел, иду. Слушай, зовут тут в кадр с каскадерами репать. Каскадеры? Ладно, все, ты сама-то как, скажи? Не, ну, у меня тут... Как-нибудь увидимся. Целую, пока. Пока. Зачем я это сказал? Почему не ем? Алло, это Марыськина. Как у вас дела? Марыськина? Привет. Извини, но я говорить не могу. Урок у меня. Преподаю актерское мастерство молодежи. Преподаете? Костик, хватит бегать. Садись давай в полукруг. Давно предлагали, но я думал, все не решался. А потом, ты знаешь... Я просто почувствовал. Ну кто? Кто, если не я? Да, конечно. Сейчас ведь, прости меня, учат кому ни попадя актерского мастерства. Ну, господи ты, боже ты мой. Не, я понимаю, да. Леночка, не верю я тебе, не верю. Картошка горячая, руки обжигает, а ты ее просто ешь. Вспомни ощущения. Я подумал, Рискина, театр нужно спасать. И кто, если не мы? Это понятно. Так что, дорогая моя, извини. Я занят. Как у тебя дела? У меня? Да ну, у меня все. Ну ладно, будь здорова. Так, ребята, вы соображились? До свидания. Ну, пока, говорю. Зачем я все это говорил? Пускай завидует. Мастерство передает. Детей учит. А я? Алло, Катя? Привет, Катя. Как дела? А ты знаешь, Катя? А я завтра в Москву уезжаю, Катя. Да, зовут. Я долго отказывалась, ну, а потом подумала, ну, а почему бы и нет? Роль-то мне предлагают главную, да. Настасью Филипповну, представляешь? Да. И партнеров мне предлагают самых известных артистов. И говорят еще, Марыськина, выбирай себе и любых артистов. С кем хочешь играть, Настасью Филипповну? Да, Катя, да. И еще, Катя, мне квартиру дают прямо в центре Москвы. И машину. Каждое утро водитель будет за мной приезжать, возить меня на репетиции по Москве. А еще, Катя, мне звание дают завтра. Народную, Катя, получу. Прямо в Кремле вручат. Народная артистка Марыськина! Да, Катя, на творческий вечер не могу тебя позвать. Билетов нет! Билеты все проданы! Нет мест, Катенька, да? А еще знаешь, Катя? Еще, Катя, меня в кино зовут, да! 18 сезонов! 130 серий, да! Следователя буду играть! Убивать меня там будут, Катя, жестоко убивать будут! 17 ножевых, 18 пулевых буду умирать! Умирать, истекая кровью, да! И каскадеры не нужны Марыськиной! Зачем Марыськиной каскадеры? Сама буду все делать! Все трюки сама буду выполнять, да, Катя? А еще преподавать меня зовут! Говорят, Марыськина, а не хочешь ли ты мастерство передать? Детей поучить ведь! Некому театру спасать надо, Катя! Вот думаю, передать ли мастерство, не передать? Пойду, Катенька, передам мастерство! Марыськинское мастерство пойду передам, Катя. А как у тебя дела, Катя? Сейчас просто актриса уехала, которая в спектакле главную роль играет. Я хотела на ее место тебя позвать. Ну, знаешь, там антреприза, деньги хорошие. Но если ты уезжаешь, придется, конечно, кого-то другого искать. Очень жаль. Там роль вообще на тебя. Зачем я все это сказала?